Что такое чек-лист? Как и с помощью чего создать чек-лист? Какие виды или типы чек-листов бывают? У вас есть сложности с этим? Или вы не знаете, что применить на практике? Тогда сегодня мы постараемся это исправить. Меня зовут Игорь, и вы снова на канале QLabs. Поехали! И сегодня мы поговорим про создание чек-листа на практике. Итак, мы разберем еще раз, что такое чек-лист, углубимся в основные плюсы и минусы чек-листа, разберем виды чек-листов, также поговорим про основные инструментальные средства либо программы, которые тестировщики используют в своей работе для создания чек-листа. Ну и, конечно же, создадим чек-лист на практике. В предыдущем видео мы уже ознакомились с видами тестовой документации. Ну а сегодня наша цель – это, конечно же, чек-лист. Один из самых популярных документов на любом проекте. Итак, что же такое чек-лист? Это набор идей по тестированию о том, как и что будет проверено. Также можно сказать, что это список того, что нужно не забыть проверить. А именно, это некий формализированный список тестов в удобном для проведения проверок виде. То есть пункты чек-листа – это минимально полные и атомарные операции либо действия, которые пользователь может сделать с нашей программой, с нашей системой. Какие же можно выделить плюсы и минусы чек-листа? Начнем с плюсов. Чек-лист может быть статистикой о том, кто, когда и что проверял, с детальной информацией по версиям программного продукта и окружению, на котором проходила проверка. Также это список тестов, который помогает не забыть проверить важные функции или в целом функционал программного обеспечения. Также это инструмент для оценки состояния программного обеспечения и его готовности к релизу или выпуску. В целом, чек-лист – это всегда мало текста и высокая скорость написания. Ну и чек-лист, конечно же, проще поддерживать, чем тест-кейсы, и он медленно устаревает. Что же можно отнести к минусам чек-листа? Новые или неопытные QA могут протестировать программное обеспечение неэффективно, без подробной документации, ведь чек-лист таковым и является. В первую очередь это касается, конечно же, сложного функционала, где нужны детали и подробные шаги. Следующее. Невозможно использовать для полноценного обучения начинающих сотрудников без достаточно подробной информации в тестах. Ну и последнее из основного. Это заказчику или менеджменту может быть недостаточно уровня детализации в чек-листах. А теперь давайте разберем виды чек-листов. Для начала можно выделить две основные категории, как и в любой тестовой документации. Чек-лист может быть детальным и недетальным. Для того, чтобы объяснить, что это, достаточно рассмотреть примеры. Допустим, возьмем калькулятор и функцию умножения. Детальный чек-лист и в целом любой детальный тест всегда описывает, что мы проверяем и с какими тестовыми данными, либо при каких условиях происходит проверка. Итак, наше умножение для калькулятора. Пример детального чек-листа. Умножение положительных целых чисел. Первый тест. Второй тест. Умножение отрицательных целых чисел. И так далее. То есть с описанием таких тестов, таких проверок будет понятно, что же необходимо проверить для функции умножения и какие данные при этом нужно взять. Наш пример недетального чек-листа для функции умножения в калькуляторе будет выглядеть следующим образом. Проверить функцию умножения. В этом примере нет деталей о том, с какими данными и при каких условиях мы должны ее проверить. Лишь упоминание о том, какую функцию нужно не забыть протестировать. Также к видам чек-листов можно выделить и разные формы описания чек-листа. К примеру, это может быть просто список тестов, как на примере ранее. Также это может быть список тестов плюс результаты прохождения по этим тестам. Следующее, это может быть список тестов плюс результаты, плюс версия программного продукта, на которых проверялись те либо иные функции. Также это может быть список тестов в виде таблицы. Это может быть список в виде MindMap. И, конечно же, это может быть список тестов в TestRail. Ну а про варианты внешнего вида чек-листа и инструменты, которые может использовать тестировщик в своей работе, мы разберем немножко позже. Какие же инструменты в целом можно использовать для создания чек-листа? Я бы сказал, можно начать с самого банального. Возьмем блокнот и ручку и напишем от руки. Это тоже может быть наш чек-лист проверок, но не самый надежный. Следующее это заметки Word либо Excel, некие подручные программы, в которых можно составить список наших тестов. Далее это Google документы, Google Sheets либо MindMap. Это инструменты, с помощью которых уже можно поделиться своим списком тестов с другими членами команды. Confluence и Jira.
Я бы сказал, это уже подручные инструменты, которые используются чаще всего на проектах как для документации в целом, так и для управления проектом, где также можно хранить и чек-листы. И последний блок – это самые релевантные программные инструменты, которые чаще всего используются тестировщиком. Это могут быть любые Jira-плагины, предназначенные для тестирования, к примеру, Zephyr, либо X-Ray, либо отдельные тест-менеджмент тул, такие как TestTrail. Но об этом немножко дальше. Итак, а сейчас время создания чек-листа на практике. А именно мы разберем калькулятор и авторизацию. Поехали. Начнем мы с инструмента таблицы. Это, будем говорить, один из популярных инструментов для создания чек-листа в тех случаях, когда у вас нет специализированных подручных средств, таких как Test Management Tool. Поэтому можно использовать таблицы, ведь их можно превратить не просто в список ваших тестов, но и фиксировать результаты, либо показывать некую статистику. Начнем с самого простого, Google таблицы, где можно выбрать уже готовый шаблон to-do листа и переделать его в свой чек-лист. Начнем мы с калькулятора. Здесь можно проставить дату и начать писать ваши тесты. Для начала сделаем пример недетального чек-листа для нашего калькулятора. Итак, список наших тестов – это, конечно же, будет список наших функциональностей в нашем калькуляторе. А именно, проверить сложение, проверить вычитание, проверить умножение, проверить деление и так далее, перечисляя все наши функции, которые есть в калькуляторе. Это будет пример недетального чек-листа, но, как вы видите, здесь нет в названии наших тестов конкретных данных либо условий, при которых стоит делать эти проверки. Поэтому составление такого чек-листа по времени у вас будет занимать очень мало времени, но при этом, как минимум, вы будете понимать, что вам стоит проверить. Далее, давайте разберем более детальный пример чек-листа в таблицах и создадим его своими руками. Для начала создадим колонку «Идентификатор», далее заголовок наших тестов, и колонку результатов, где будем фиксировать результаты прохождения по нашим тестам. Сделаем эту колоночку пошире для наших тестов. Добавим границ. Также можно функциональности делить такими блоками, допустим, функция сложения. И задача детального чек-листа – это, конечно же, описать конкретные данные в случае с нашим калькулятором, которые нужно использовать при проверке функции сложения. Допустим, сложение положительных целых чисел. Почему именно такой пример? Почему именно такой подход? Потому что в калькуляторе у нас в целом могут быть либо положительные, либо отрицательные числа. Также могут быть целые и могут быть дробные, они же с плавающей точкой. На них мы и остановимся и сконцентрируем свое внимание. Второй тест. Сложение отрицательных целых чисел. Далее сделаем комбинацию сложения положительных и отрицательных целых чисел. Далее переходим к нашим дробным значениям. Сложение положительных дробных чисел. Применим метод копипаста отрицательных. Следующий тест. Сложение отрицательных дробных чисел. Также делаем комбинацию сложения положительных и
отрицательных, но дробных чисел поправим. И можем сделать комбинацию положительных целых и отрицательных дробных чисел. Положение положительных целых и отрицательных дробных чисел. И так далее. Это будет пример детальных проверок для нашей функции сложения. То есть наши тесты являются атомарными, отдельными. Они проверяют нашу функцию сложения, но с разными типами данных. Таким образом, мы максимально исключаем риск что-то пропустить в наших проверках. Следующее, что может позволить такой чек-лист, это не только быть списком проверок, но и фиксировать результаты прохождения по нашим тестам. То есть здесь мы можем уже фиксировать результаты прохождения. Чаще всего используются такие значения, как passed, либо failed. То есть где тесты у нас успешно пройдены и функционал работает как ожидалось, мы ставим успешный статус прохождения. Где у нас функциональность отработала некорректно, не так, как согласно требованиям, статус наших тестов будет failed. Плюс нужно будет создать баг-репорты в тех случаях, где у нас наша функция сложения отработала некорректно. При этом мы можем еще более детализировать наш чек-лист и превратить его в некий отчет, который можно будет показать заказчику либо менеджменту, и вести статистику тестирования. Представим, калькулятор у нас это десктопное приложение, а значит, может быть потенциальное требование проверять его в разных операционных системах. Допустим, это может быть Windows 10, Windows 11 и так далее. Либо в целом разные операционные системы. Допустим, это может быть еще macOS. А значит, у нас здесь может появиться еще одна дополнительная колонка, и результаты потенциально могут быть разные. Да? Поведение в разных операционных системах может быть совершенно разным. И также можно еще больше детализировать наши проверки. Допустим, добавить версию нашего программного продукта, либо номер билда, да, техническую версию. Допустим, 76.40. Что это нам даст? Когда мы найдем какие-то дефекты и отправим разработчикам наши баг-репорты, они должны будут их исправить, и, собственно, мы будем ожидать новую версию на тестирование. Соответственно, мы можем вести детальную, подробную статистику по версиям. Допустим, поступит следующая, 41-я версия, где мы сможем зафиксировать наши результаты и удостовериться, что у нас все в порядке. Также чек-лист будет вам подсказывать о том, нужна ли вам регрессия, да, нужно ли проверять ваш функционал, который раньше работал. Потенциально через какое-то количество версий мы можем что-то сломать при разработке. Да, и тут какие-то тесты, которые ранее проходили успешно, будут зафейлены. А значит, это первый повод, чтобы провести регрессию и удостовериться, что мы ничего больше не сломали. А теперь давайте посмотрим на примере еще такой инструмент, как TestTrail. Это тест-менеджмент тул, более релевантный инструмент для тестировщика, который позволяет также создавать и тест-кейсы, и чек-листы, помимо прочего, и фиксировать результаты, и вести историю, плюс автоматически формировать отчеты и прочее. Об этом инструменте мы сделаем отдельный обзор на канале, ну а сейчас рассмотрим пример нашего чек-листа для функции авторизации. Для начала покажу, что здесь можно разбивать секции не только по функционалу, но и по разным типам продуктов, которые вы тестируете. Допустим, это наш калькулятор первый. Вторая секция, представим, это онлайн-магазин, в котором нужно покрыть функцию авторизации. Также калькулятор можно разбить дальше на функции. Деление и умножение. Расписывать уже тесты мы для калькулятора не будем, перейдем сразу к онлайн-магазину. Добавим под секцию для онлайн-магазина
авторизация, допустим, также функцию отдельно можно выделить, регистрация, к примеру, личный кабинет и так далее. И становимся на авторизации. Как вы видите, я потратил немного времени для того, чтобы создать основную структуру, чтобы можно было дальше удобно управлять своими тестами. Ну и остается теперь добавить лишь тесты в виде списка для моей авторизации. Здесь тесты будут разные в зависимости от требований к авторизации. Но давайте остановимся на неком тривиальном примере, когда у нас в авторизации будут участвовать два поля, логин и пароль. При этом туда можно ввести некие корректные данные и некорректные, то есть валидные и невалидные данные. На этом и остановимся. Понятное дело, что при авторизации может быть логином и e-mail, и телефон, и для каждого поля, скорее всего, будут некие разные ограничения по длине ввода, по типам символов, которые можно вводить, которые нельзя. Это все также нужно учитывать. Но рассмотрим более тривиальный пример. Итак, первый тест добавим для авторизации. Успешная авторизация. Можно назвать по-другому. Главное, чтобы заголовок вашего теста четко давал понимание о том, что нужно проверить и с какими данными. Если мы придерживаемся детализированного чек-листа, можем написать успешную авторизацию, либо авторизация с валидным логином и валидным паролем. Я остановлюсь на таком примере. Также стоит добавить, что важно проверять в первую очередь положительные тесты, то есть проверять ожидаемое и корректное поведение системы, а именно успешную авторизацию. Ну а дальше уже можно приступать к неким негативным сценариям и проверить, что мы не можем авторизоваться с некорректными данными. Допустим, авторизация с валидным логином и невалидным паролем. Скопируем. Следующий тест. Комбинация, наоборот, невалидным логином и валидным паролем. Следующий тест. Комбинация с невалидным логином и невалидным паролем. И, допустим, один из популярных тестов – авторизация с пустыми полями, то есть проверка на обязательность полей. Полями. И так далее. То есть эту тему можно дальше развивать в зависимости от сложности вашей авторизации и в целом от требований, которые вам предоставили. Дальше, как вы видите, здесь можно управлять и приоритетом, редактируя наши чек-листы, либо в целом их можно будет превращать в тест-кейсы. Но об этом мы поговорим в следующих видео. Детально разберем примеры по созданию тест-кейсов, и также будет отдельное видео на тему положительного и негативного тестирования. Поэтому не пропустите наши следующие выпуски. Теперь покажу вам пример, как эти тесты можно запустить. У нас есть кнопка запуска тестов, то есть зафиксировать результаты прохождения во время тестирования. Так как у нас онлайн-магазин и представим, что это браузерное приложение, здесь можно указать название и версию браузера, на которой мы тестируем. Я для примера ввел какие-то значения. Выбрать, допустим, какие-то специфические тесты, которые нам нужны. В нашем случае это авторизация. И создать тест-ран. Теперь здесь в тест-трейле мы попадаем на вкладочку тест-раны и результаты, где можем фиксировать результаты прохождения по нашим тестам. Допустим, успешно пройдены, это будет статус passed. Мы можем прикладывать скриншоты либо комментарии в это поле. И также, если какие-то тесты находят дефекты, фейлить их, прописывать комментарии, прикреплять дефекты. Здесь может быть ссылка указана на баг-репорт в Jira. Но про другие полезные функции тест-трейла мы поговорим в следующих видео. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк для того, чтобы оставаться с нами на связи. И я подготовлю еще больше полезных видео. А мы увидимся с вами в следующем выпуске.